Наша компания «Рекам» динамично развивается и старается предложить нашим покупателям и почитателям нашего бренда лучшие качества и самые передовые технологии в мире. Огромное количество новинок вы можете увидеть на нашем стенде: штативы, профессиональное студийное оборудование, 3D-мейкер для студийной макро- и 3D-съемки. Впервые на фотоярмарке в Санкт-Петербурге наша компания представила планшетные компьютеры под такими брендами, как Supra и CityPad. Модельный ряд планшетных компьютеров RECOM включает в себя две линейки. Первая из которых разрабатывается совместно с компанией Supra и продается под одноименной торговой маркой. Вторая линейка является собственной разработкой компании RECOM и продается под торговой маркой CityPad. Модельный ряд включает в себя различные планшетные компьютеры от самых маленьких с экраном 7 дюймов до самых больших с экраном 9,7 дюйма. Хочу обратить ваше внимание вот на эти две модели. Эта модель с размером экрана 9,7 дюйма разработана с использованием матрицы с технологией IPS, благодаря чему имеет широкие углы обзора, и информацию с нее можно считывать даже при прямом солнечном свете. Вторая модель аналогична по своим характеристикам первой. Обе они имеют двухъядерный процессор, но вторая модель имеет размер экрана 8 дюймов, тонкий корпус, облегченный вариант. Все модели RECOM проходят тщательный отбор при подготовке к производству. Затем производится глубокая локализация. Помимо полностью русифицированной операционной системы Android, на компьютеры устанавливается программное обеспечение компании Яндекс, позволяющее получать различную информацию, полезную для пользователей, начиная от информации о пробках и заканчивая информацией о репертуаре кинотеатров и театров. В ходе производства осуществляется жесткий контроль, как контроль компонент, так и контроль собранного устройства. И мы гарантируем то, что наши компьютеры долго будут служить нашим покупателям.